В успешный бизнес с государственной поддержкой. Тверичане распробовали, каково это – развивать свое дело, имея в своем распоряжении финансовые, консультационные и образовательные ресурсы, предлагаемые государством. Тему продолжит наш корреспондент. В Тверской области планируется реализовать новый инвестпроект на сумму более 47 миллионов рублей. Региональный фонд развития промышленности подписал договор с ООО «Биопласт» на выдачу льготного займа по совместной программе проекта развития на сумму 23 миллиона рублей для создания производства напорных и мембранных корпусов для фильтрации воды. Предоставление целевых займов – одна из мер, входящих в систему поддержки инвесторов на территории региона. Мы поддерживаем промышленные проекты. У нас нет принципиально никаких лучших, худших, и мы не делим предприятия по отраслевому принципу. Мы выставляем определенные условия, которые определены нашими стандартами государственной программы поддержки промышленности, и, соответственно, в рамках нее работаем. Что касается перспективы, то перспективы хороши. Все определяется тем, насколько предприятие готово пройти свою часть пути получения нашей поддержки. Мы свою часть пути готовы пройти, гарантируем. И мы надеемся, что большое количество предприятий, которые действительно хотят получать деньги по очень льготным условиям, а займ у нас 1-3-5% годовых, нам интересно, мы надеемся и ожидаем. Получить государственную поддержку и консультации предприятия региона могут в центре «Мой бизнес». Он был открыт в Твери в октябре текущего года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Помощь в этом центре будет оказываться, начиная от развития и разработки бизнес-планов, необходимых документов. И я думаю, что полная цепочка, которую мы предоставляем, вплоть до получения грантов, льготных займов, оформления лицензий, я думаю, что все это позволит некоторым из вас даже уже стать такими устойчивыми экспортерами товаров и услуг. Губернатор Тверской области обращает внимание на то, что главная задача, которую необходимо решить, это обеспечение поддержки местных предприятий в продвижении и сбыте продукции. Необходимо, чтобы в сфере промышленности был сформирован высокопроизводительный кластер, развивающийся на основе современных технологий.